Завтра, 22 сентября, погоду в Беларуси будет формировать антициклон, раскинувшийся от Центральной Атлантики до Восточной Европы. Под его влиянием установится сухая, комфортная погода, но с большой суточной разницей температур. Будет малооблачно и без осадков, влажность от 30% по югу до 70% по северу. Ситуацию на дорогах ночью и утром усложнит туман, видимость до полукилометра. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать. В 8 утра пригодятся теплые вещи. Столбики термометров не поднимутся выше 10 градусов тепла по северо-востоку. В остальных регионах страны еще на 1-2 градуса ниже. А влажность и ветер только усилят ощущение холода. К середине дня воздух прогреется, особенно в южных регионах. В Брестской области плюс 24, в Гомельской 23 со знаком плюс, а прохладнее всего в Витебской области не выше 18. К вечеру температура немного понизится, будет от 14 по северо-востоку до 18 по юго-западу. Влияние антициклона сохранится. До выходных будет преобладать переменная облачность без осадков. Лишь в пятницу ночью утром по северо-западу страны возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью ожидается от плюс 4 по востоку до 15 градусов по юго-западу. Днем будет от 20 по северо-востоку до 27 градусов по юго-западу страны. И у меня все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Рябов ответит», и там вы узнаете все о погоде и не только.